Всем привет, друзья! Начинаю влог сразу же, как залил видео. В тот же день, вечером, 9 часов вечера, на улице темно. Кстати, ребят, кто не знал, у нас тут ВКонтакте проходит розыгрыш, конкурс репостов. Это группа Archo Morris. Оставлю ссылочку в описании. Конкурс на 3 программы тренировок с моего сайта. Кстати, помните, в прошлом влоге я вам обещал показать статистику того, сколько народу пришло с Ютуба в Инстаграмчик. Собственно, вот пришло 184 человека где-то за 3 часа. И, кстати, ребят, хочу сказать огромное спасибо всем, кто поздравлял меня с 23 февраля. Простите, что я вам не отвечаю, потому что там столько сообщений, это просто жесть, смотрите. Но вы представьте, как можно на это все отвечать, это просто невозможно. Блин, короче, слетело. Я, короче, час назад наелся пельменей, просто, наверное, штук 18, целую тарелку сожрал пельменей. Вот, еще, наверное, не переварилось, но новые влогины требуют жертв. Поэтому сейчас я вам покажу, как я делаю стойку на руках. Давно не делал, не тренировал. Надеюсь, получится. Полетели. She's got me upside down again, just like a roller coaster. Never. У меня, когда вот падаю назад уже, да, у меня не получается выжать себя пальцами. У меня не хватает почему-то силы либо техники, не знаю что. Короче, дичь какая-то. I don't wanna get older unless you're by my shoulder now and again. Just like a roller coaster, my stomach's turning over. She got me good, yeah, she got me. Сейчас пельмешки вылетят наружу просто. Я вот на самом деле не знаю, почему многие пишут «качай грудь», у меня грудь и так здоровая. Они говорят «качай». Да, она, конечно, немного не такой формы, как у других людей. Она какая-то более такая плоская, но она огромная, писец, куда ее еще качать? А когда вот так руки поднимаешь, грудь, наоборот, уходит в плечи. Получается, что плечи есть, а груди нет. Из-за этого так кажется. То есть, когда я опускаю руки, у меня, наоборот, грудь есть, а плеч нет. Надо плечи качать, а не грудь. А их никак не накачать, потому что генетика. Насчет икр тоже, ребят. Многие спрашивают, как накачать икры. Я всегда говорю, если они у вас есть, они у вас будут. Если у вас их нет, их вы никак не накачаете. Ну, может, как-то чуть-чуть накачаете, там, с работой с огромными весами, стероидами и так далее. Но это дается генетически. Если у вас нет, то очень-очень сложно развить, потому что вы постоянно ходите на ногах, они и так по-любому должны развиваться. Я их никогда не качал, смотрите, какие у меня. Не знаю, будет ли нормально вам видно, но вот, собственно, у меня вот такие икры. Я их никогда в жизни ни разу не качал. Они у меня есть. Вообще, тело очень сильно зависит от генетики. Если у вас нет генетики, например, как у меня, то я не смогу стать большим. Мой, наверное, максимальный вес, ну, 75, может, я просто от силы наберу, если я в день буду есть по 4000 калорий. Тогда я 75 килограмм, скорее всего, наберу. Но факт в том, что я не могу столько много хавать. У меня 3500 калорий нужно в день хавать, да? Я пытаюсь есть и с гейнером, и с протеином. Это очень сложно. И когда я начинаю очень много есть, то у меня идет большая нагрузка на печень. И она, короче, выливает много желчи. И потом у меня в правом боку вот тут начинает как-то болеть, дискомфортно. И мне приходится снижать вот этот, вот это количество белка, там, углеводов, калорий, чтобы снизить нагрузку на печень. Если у вас есть такая же штука, то ничего не поделать, будем дрыщами. Но мне кажется, я и так не в плохой форме, поэтому как бы зачем мне набирать больше массы? Я и так выгляжу хорошо. А если я буду еще больше набирать, то у меня будет больше расти жира. Зачем мне это надо? В диван-то как ушатался. Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list. Получается, что-то у меня стойка, блин. У меня был рекорд 7 секунд, и то, когда я ее тренировал. Сейчас я уже давно не тренирую ее особо. Поэтому как-то уже сложно встать и удержаться, хотя бы там 4 секунды. Максимум 2-3 получается, но это бред. Ядрить, я замерз, дай тебе. Здорово. Сегодня Санёк вам покажет, как научиться стоять в стойке за месяц.
За сколько? Ну да, где-то за месяц. Ну, Санек где-то за месяц, за полтора научился. Я надеюсь, вам помогут его советы, потому что лучше советов, чем от человека. Блин, ты сам научился. Да, да, сам научился недавно. Капец, у тебя тут все замерзло дико. Ну, сейчас все, не разъедешь. На бабу забьем. А я сегодня... Девочки, если вы водите машину, пожалуйста, лучше потренируйтесь так, чтобы прям опытными быть, потому что это пиздец иногда, когда вы сидите. Кто права дает? Да я, короче, сегодня попробую на максимум сделать на брусьях отжимания. У меня было, когда я начинал, 43 вроде, да, я тогда сделал? 43? Да, да, да. Не, 42, то есть я 43. 42, Санек 43. А сегодня посмотрим, сколько я на максималку сделаю. Думаю, где-то 50 по-любому должно получиться за 3 недели. Поэтому вот. Че, припарковалась, да? Сейчас подожди. Припарковалась. Сейчас сначала поснимем контент, насколько много я сделаю в одном подходе отжиманий на брусьях, а потом снимем, как научиться стоять на руках. Полетели. Я пока тебя ждал, блин, я столько пожрал. Я 3 раза пожрал. Яблок пожрал. Помидоров пожрал. И сейчас я помогал на лимоне. Короче, пацаны, он только жрет, он вообще не качается. А как вы сейчас играете? Ладно, погнали. Да, получилось? Ой, 46? Да. Черт. 30 и 26. В прошлый раз 50 сделал. Ну, слушай, все равно... Сейчас, видимо, нажрал. Видимо, масса поднабрал. Сложнее. Сложнее. Еще это трещит. Да. Смотри, как она трещит. Я хотел ее подержать, потом... Мне еще сложно было удержать равновесие. Ладно, фигово. Блин, раз на раз не приходится. Сегодня что-то отжимания довольно сложно пошли. На прошлой тренировке 50 было. Не знаю, как-то слабо. Ну что, Санек, давай, рассказывай. Ну, давайте сначала тогда определим. Короче, не закидайте меня за голос, потому что я немного приболел и сел голос. Суть в том, что изначально вам нужно освоить какую-то теоретическую часть в том, как стоять. Во-первых, вы должны понимать о том, что для того, чтобы стоять в стойке, даже пускай на бананом первое время будет, вам нужно, чтобы таз был на уровне плечей. То есть очень многие, когда начинают стоять, они боятся и не закидывают. И это выглядит, то есть они стоят руками и не до конца себя закидывают. И они сразу падают назад, то есть опять же на ноги. Поэтому нужно вот этот страх перебарывать. Первое время поможет стоять у стенки, вы будете на нее вставать. Даже можете посмотреть, Артур, может... Я сейчас нарезку вот эту ставлю, как он упал там. Я очень боялся изначально встать, поэтому я как бы руки расслаблял в момент, когда сталкивался с стеной, падал вниз. Этот страх без стены, чтобы делать просто, и докидывать всегда. Для этого тренируйтесь у стены, вы будете думать, что она там стоит, и потом вам будет легче морально это сделать, и все. Как бы пару раз попробуйте. Сразу же научитесь падать грамотно еще. Потому что очень многие боятся из-за чего упасть. Потому что они думают, что они просто шмякнутся на спину. То есть они встанут на руки и вот прям в таком же положении упадут на спину. Но вы всегда, даже вот как в Айтенко я смотрел в обучалке, вы всегда ставьте одну ногу. То есть смотрите, как бы встаете. Если понимаете, что сейчас упадете, просто переворачивайтесь. Вот встали, допустим, поставили просто одну ногу и все. Или там, если вас совсем туда начинает перекашивать. Если очень сильно встать, вы как бы совсем перекинули себя. Вас просто либо колесом видит, либо просто ногу поставьте, вас развернет, и вы не упадете ни на спину, ни на голову, то есть все будет нормально. Ну, в общем, для начала вы все равно попробуйте поделать у стенки, чтобы вы уже не боялись. То есть это делается так. Выходите просто стену, где у вас ничего по бокам не будет. У нас, конечно, есть, но мы уже привыкли и можем делать. Но лучше не выбирайте тесные условия. Найдите там, где много места. Или дома можно, блин, себя убить, или еще испортить что-то, мама вам трензелей надает. Поэтому с этим осторожно. Вот и все, вы спокойно себе станете. И учитесь себя, как объяснить, если вы падаете ногами назад в состоянии упора лежа, допустим, как при отжимании, то вы давите вот этой частью.
Если вы перевешиваете туда, что ногами вперед и боитесь, что упадете на спид, вы должны очень сильно напрягать и давить как бы вниз пальцами, потому что основа баланса идет именно вот в давлении кистью и в давлении вот этими пальцами. И вот. Дальше начинаем следующее. Ставим руки примерно на ширине плеч. Если делать пошире, кому-то, может быть, кто посильнее будет удобно, но вы больше напрягаться будете, больше шансов, что вы будете немного вот так вот сгибаться. А вам нужна ровная стойка для начала, по крайней мере. Поэтому старайтесь всегда ставить их примерно на ширине плеч. И при этом разминать еще плеч, ну, плечи вообще вот здесь всю систему, да. Все суставы размять, потому что от недостатка гибкости бывает сложно даже бананом встать, потому что вы просто не гнетесь нормально. Как мы стали делать растяжку, у нас сразу легче пошло. Ставьте примерно на ширине плеч, не вот таким вот образом, а расставляете пальцы, чтобы у вас баланс ни в какие стороны не ушел, и крепко держитесь пальцем. То есть постарайтесь, чтобы у вас не вот было, а вот так вот. Очень сильно упереться пальцами, примерно на ширине плеч. Следующее. Вы должны полностью выпрямить, не согнутые локти должны быть, а полностью выпрямлены в суставах увеличены. Дальше подставляете ногу опорную, которая у вас будет, одной ногой вы закидываете себя, а вторая опорная. Вот опорная, чем она ближе у вас к рукам, чем у вас дальше вот так корпус, вы уже сами поймете, что вас немного туда забрасывает. Все, вам остается в принципе оттолкнуться ногой. Еще очень сильная ошибка, что ребята начинают именно толкаться ногой со всей силы и перелетают. Вот даже у Артура такая ошибка, он толкается очень сильно, чтобы долететь точно, и он из-за этого не может потом пальцами себя вытащить. А вы постарайтесь не закидывать себя, именно вот как вставать в стойку. То есть просто закинуть и довести вторую ногу. То есть если я лечу назад, я давлю пальцем. Если я лечу вниз, точнее в упор лежа, как при отжиманиях, я давлю кистью больше. Еще, ребят, с непривычки, когда вы только начнете делать, у вас могут начать болеть кисти, поэтому предварительно перед упражнениями всегда их разминайте. И еще попробуйте сделать не как бы не полностью вот так, а немножко в стороны развести руки, потому что вот так гнется намного легче, чем вот так вот. И у вас не так сильно будут кисти болеть, потому что на первых порах, я думаю, первые дня 4, когда вы пробуете, у вас на самом деле адски будут болеть кисти, но это во время упражнения. Потом начнет становиться немного лучше, 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 вы будете привыкать. Или вы можете пробовать на таких как брусьях маленьких, или на, не знаю, маленьком турнике, штанге, главное, чтобы оно не подвижно было. Еще, ребят, есть такой небольшой секрет, допустим, у меня начала получаться стойка не в тот момент, когда я активно неделями занимался конкретно над стойкой, а в тот момент, когда решил перейти к отжиманиям. Я еле-еле вставал, но уже пытался отжаться. И как бы очень медленно. И из-за этого в какой-то момент, ну, видимо, это намного сложнее, чем простая стойка. И мой организм стал воспринимать стойку легче, и стало легче ее делать. Поэтому, если у вас очень долго не получается, можете попробовать делать отжимания у стенки, у вас укрепится плечевой пояс, и вам будет легче делать. Короче, ребят, помните Стаса, он рассказывал про стойку на руках? Он сейчас расскажет вам, как сделать прямую стойку, а не кривую. Погоди. Я прямую не умею. Короче, покажи, как ты встаешь с двух ног. Санек встает, и я стою с одной ноги, а Стас с двух. Хорошо, не стрел. Хорошо, не стрел. Третья просто. Ну вот, у него чисто прямая получается. Это типа, знаешь, на колени перед царем, на локти перед царем. У нас будет новая такая акробатика просто. Думал, дай-ка атлетическую пробу. Смотрите, какая четкая фотка получилась в инстаграмчике. Артёморис. А, нет, это не точка, это просто Артёморис. Подписывайтесь в инстаграм. Сейчас стойка с первого раза получится 10 секунд. Смотрите, учитесь. Пацаны, короче, говорят, что я стою не прямо, а как-то вот так. Чисто в горизонте стойки, знаешь. Знаешь, как это? Сейчас я примерно покажу, как это выглядит. Давай. Футболку, смотри. Вот так. Да? Как так можно устоять вообще? Давай. Я просто очень.
Ну не-не, давай ты встанешь, я покажу на тебе. Не, ну так плохо я еще не стою. Вот примерно вот так. Вот так стою? Вот так стою. Да вы гоните. Ну вот так. Нет, реально, вот так. Он его держит, чтобы он стоял, а я просто мастер, поэтому... Я просто мастер, поэтому стою так, а вы так не сможете, понятно? Погоди, я стою. Ладно, это все. Да ты падаешь сразу же, а я 7 секунд могу. Сейчас попробую сбоку себя снять. Ну, сейчас они увидят. Первый раз, когда ты делал, ты посмотрел на луна. Сейчас сбоку. От души встал. Если бы сейчас я поймал, то со мной ровно встал. Пока ты держишь. Пальцами себя держи. Голову! Я как вавилонская башня падаю. Оставляй широко пальцы на ногах, они не могут вибрации. Они ради волны. Вот. Такой блин, я бы. Так, ему просто так. И сами ты назад. Поймал такой скайрадер. Ему кроссовки нужны сдачи, ему перепонки. Как раз он настоящий волос, такой, знаешь, кулючка с перепонками. Такой японский конь. Лохматый. Он учит тараканов мочить ногами. Я радиоволны ловлю просто ногами. Все, пацаны, пора домой топить. 2 часа тут топим. Топим. Топим, атакуем, разрываем, бомбим. Там видно, а нас не видно сейчас будет. Да, видно будет. Думаешь? Да, конечно. Сейчас надо инсту пропить. Мы ж светимся, давай. Давай сейчас. Пацаны. Как вы? Пацаны, давайте. Давайте 300 человек добавим. Как раз и научитесь делать стоечку сразу. Да, да. Вечерние эфиры. Черни. Плюсом иногда показываю, да-да-да, как я стойку делаю дома. Так что подписываемся, пацаны. Саня там эфиры проводит, как он жрет. Орешки начали. Как он спит. Там все есть, просто все есть. Засыпает, и эфир идет, вы можете смотреть на него спящего. Ночами, когда работаю, тоже. Таблетки к официанту. Ладно, все, мы домой погнали. А так, всем пока. На канал подпишитесь, лайк поставьте. Пока.